Тем временем парикмахерские и салоны красоты возвращаются к работе. В РИО главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ о комплексе ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19 на территории республики. Правда, принимать клиентов можно лишь при соблюдении определенных условий. Парикмахерские салоны красоты возвращаются к работе. Санитарные требования, предъявляемые к салонам и парикмахерским, дополнились противоэпидемиологическими. Обработка помещений, максимальное количество, 2 клиента одновременно, предварительная запись. Предприниматели согласны. Они не раз обращались к властям с просьбой разрешить работу. У нас есть такая группа парикмахеры Чувашии. Мы сидели все там, переписывались друг с другом, смотрели за новостями, смотрели, когда будет у нас открытие, смотрели, контролировали, писали письма. Несколько даже крупных предприятий, с которыми мы сотрудничаем, помогали нам в этом. Объезжали всех парикмахеров, собирали подписи для того, чтобы нас открыли. Спасибо очень большое людям, которые нам помогли это сделать быстрее. И все-таки нас услышало правительство и нас открыли. Довольны решением властей и уже успевшие записаться на процедуры клиенты. Пандемия пандемии, а весну никто не отменял. Ждала этого момента 2 недели, почти 2 недели. Сама справиться с маникюром не имею возможности, поэтому очень ждала и очень рада, что наконец-то открыли. Причем здесь все оборудовано согласно санитарных норм, что мне очень нравится. Валерия Дружнец, Юрий Марков, Республика.